городу, а мы же не говорим, как ваши улицы называются, как ваши там села называются там, и называете вы их. Ну, дайте нам жить, в конце концов, я говорю, я брат больше, чем все вы, да, и дагестанским, и гуйским народом, и остальным всем, да. Я всегда протягиваю руки помощи, да, братству, да, всем, и мой отец, наш первый президент, нас, да, этому призывал и учил, да. Это поэтому я вам говорю, да, не пишите комментарии, да, оскорбляющие достоинство человека, да. У меня есть семья, род. Для того, что мы работаем или там выполняем там работу там, на таких должностях, это не значит, что мы не люди. Поэтому, если мы придем в ваш дом и постучим, и будем спрашивать вот за те оскорбления, которые вы в адрес чеченского народа и руководства, имейте в виду, мы ни одну комментарий просто так не оставляем. Это, никому не позволено оскорблять там, личность там. Поэтому мы над этим работаем, все службы работают. Если кто нарушил право, того мы будем наказывать по закону Российской Федерации. Для этого есть, существуют все власти, правоохранительные структуры, спецслужбы. Над этим все работают. Вот. Я говорю еще, я повторю, там, не нужно поддаваться на всякие там, провокации. Там. Вот меня спрашивают, кто там, почему ты войной пришел. Я говорю, я никуда не пришел, мы охраняем границу. Мы охраняем наши села, да. Представьте, если мы придем в Дагестан и начнем там указывать вам или говорить, что нужно, или будем снимать там плакаты ваши, да, не знаю, какие там указательные знаки, обозначающие то или то там направление там. Ну, это несправедливо. Я благодарен главе, да, региона Дагестана Васильеву, да, за правильный подход, за правильные там слова. И если ваш глава комиссии говорит, что это неправильно, что это территория, ну, Чеченской республики. И почему вы задаете мне вопросы, почему я там виноват? Вы же говорите, что вы защитили свою, там, свой народ и регион от террористов. Вы взяли руки орудия и стали, да, против них. Спасибо вам за это. Да. Мы тоже против них воюем. Мы же не говорим, да, а вы нам говорите, что законным способом мы не имеем права защищать права региона и народа. Какие вы, да, патриоты, да, и где вы родились, да, и куда вы смотрите, да, на самом деле, да. Я вообще поражаюсь, да, вот у вас определенных людей, которые там выступают, там, ни одна женщина пишет, я мать четырех детей, там, туда-сюда, мать четырех детей, да, взрослая женщина, что делает в Инстаграме, не знаю, там, ВКонтактах, в WhatsApp, да, что она там делает, да. Почему она не спит у себя, занимается своими внуками? И она, я говорю, дай свой номер, я тебе объясню, не даю там. А ты говорит, 19-летний там парень, он говорит, о, туда-сюда, мы тебе покажем. Я говорю, покажи, герой, я говорю, дай свой номер, я тебе объясню. Если вы правы, я готов там извиниться и просить прощения. Ну, которые, ну, непонимающие люди, они должны сначала смотреть, ну, от непонимания, да, он не знает закона, не освобождает тебя наказание. Поэтому должны уточнять, чья это территория, кто там живет, кто жил, как жил, кто нарушил первым, да, он фитну поднял, да, кто там ходит харам, да, как вы любите это говорить, харам, фитна, туда-сюда, я говорю, я вам даю слово, ни одному человеку, республике, государству, да, он свое не отдадим. И не дадим чуть-чуть больше издеваться над нашим народом. Мы будем защищать свою территорию и народ, чтобы это нам не стоило. Для этого существуют все правоохранительные органы, спецслужбы, спецподразделения и народ в целом. У нас 1 460 000 населения. И, ну, если мы не будем отставить их интерес, что будет? Мы потерпели две военные кампании. Да? И мы больше не хотим ни с кем враждовать, воевать. Мы хотим дружно, в братстве жить. Поэтому я говорю, мои дорогие мои дагестанцы, там, братья и сестры, не поддавайтесь на всякие провокации. Я клянусь Всевышним Аллахом, никогда не позволю себе, да, и в сторону Ингушетии, и в сторону Дагестана, и других там регионов. Представьте, Ставропольский, Осетинский, да, вот край, да, Республика Осетия, граница. У нас с ними вообще нет проблем. Сразу все решили, поставили знаки, все решили. Вот Ингушетия, да, это всегда была наша территория, да. И Дагестан это тоже наша территория. Я говорю, у нас возникает вопрос. Вы просто забыли, что есть, когда не позволить себе, да, и в сторону Ингушетии, и в сторону Дагестана, и других там регионов. Представьте, Ставропольский,
осетинский там, вот край, там, республика Осетия, граница. У нас с ними вообще нет проблем. Сразу все решили, поставили знаки, все решили. Вот Ингушетия, там, это всегда была наша территория, там. И Дагестан это тоже наша территория. Я говорю, у нас возникает вопрос. Вы просто забыли, что есть Российская Федерация законы. У вас решает, Джамат решает, Джамат решает, не знаю, решает. И вы забываете, что есть ветви власти созданы для того, чтобы обеспечить безопасность региона, народа, да, чтобы обеспечили территориальную целостность регионов. Вы этого забываете, да. Вы привыкли там совершать преступления и потом просите прощения друг друга и все, закрываете дело там. Да, это хорошо. Но для чего тогда существуют законы Российской Федерации и местных регионов? Поэтому вы должны чуть-чуть открыть глаза, включить приемные антенны и все переваривать, после того высказывает он. Или вытворять он, совершать кто-либо. Да. Поэтому я говорю, да, и еще раз прошу, да, не поддавайтесь провокации. Люди, которые пишут, о, до сих пор там война идет, я говорю, оттуда до 11, до 12 приехали промструктуры, там совместно была вызвана там, чтобы не создавали там так, инциденты, группы, там не было столько групп, там 100-200 человек было там, и, ну, чтобы наши туда не поехали, оттуда не приехали, чтобы между, ну, у нас тоже молодежь горячая, как на дороге, как пишут, они тоже крайне возмущены, они тоже хотят, мы сейчас поедем и в Хасаюрте, и в Кизляре, и в других местах, мы тоже будем тоже самое вытворять, и что мы обеспечили безопасность обеих регионов, поставили туда своих там сотрудников полиции и гвардии, и все, мы оттуда не пускали, и наших не пускали. И мы, наоборот, делали доброе дело. Кадыров, Рамзан Ахматович для вас делал доброе дело, чтобы не было фитнеса. Слышите, услышьте меня, пожалуйста. Я вам говорю, не уберите свои комментарии. Мы все читаем, целая группа над этим работает. И у нас адаты, обычаи никто не отменял. Поэтому для меня убить, там, что убьет и меня, это не так страшно. А если вы оскорбляете там, вот, мою кровь, род и мою семью, мой народ, это для меня важнее всего. Поэтому вот, за языком следите, за пальцами следите, да. А то мы поломаем пальцы, вырвем язык, то вам. Имейте в виду, мы не одну там провоцирующую, то он, комментарии там и видео публикации не оставим. Где бы он ни был, какой он бы ни был, вы меня знаете хорошо, но я люблю за свои слова отвечать. И я вас прошу по-братски, как мусульманин мусульманину, не поддавайтесь на провокации, оставьте все, да, после того, как примут решение, если мы заберем, если у нас заберут, тогда уже вопрос референдума, вопрос другой, 30-й, да, если мы будем нарушать законы, если мы будем нарушать все остальное. Поэтому живите мирно, дружбе. Приезжайте нам в гости, мы будем к вам приезжать в гости. У нас нету чеченцев, дагестанцев. Коран Всевышний говорит, что мы все мусульмане братья. И мусульмане должны строить отношения со всеми народами России. Да, и показать свою правильность, справедливость. Да, и свою, там, знаете, воспитанность. А мы что показываем? Да? Неправильно это. Я не поддерживаю. Я поддерживаю да, братство, единство. Аллаху Акбар, Ахмад Сила. Вот спасибо. Такой ответ у меня. Спасибо большое.